Ну что, друзья, представлю я вам поэзию нашего замечательного армянского поэта Аветика Исаакяна. Поэзия — это 20 века, в основном стихи написаны в 20-х годах 20 века, то есть 100 лет назад. Посмотрим, как шутили в Армении 100 лет назад. Служитель Бога говорил: «Господь премудрый сотворил моря и землю, горы, лес и дол, как полный яств один обильный стол, чтобы кто живет, человек и скот, сомны, птицы, рыб, все ему могли возносить хвалу и спешить к столу». Вдруг кто-то громко произнес: «Хотел бы я задать вопрос, по простоте должны ли те быть благодарны небесам, кого съедят на том столе? Кто блюдо? Сам?» Грустно, да, немного? Мне жалко стало, если честно, тоже, когда читал, ну, так сказать, так и шутили. Суровые времена были, не под стать нынешним, да. Продолжаем. «Куропатка и лиса» называется стихотворение Аветика Исаакяна. Не меняется музыка? Тут куропатка уже. Тут... Давай. «Играла одна куропатка в лесу. Молоденькой видно была, и вдруг очутилась резвять на носу лисицы, что крепко спала. В крыльях силы нет, страх затмил весь свет, прямо в лисью пасть куропатке суждено попасть. Что за чудеса, — молвила лиса, — уснула с голоду, и вот обед готовый Бог мне шлет». Здесь, приняв весьма смиренный вид, куропатка скорбно говорит: «Мне судьбы своей не побороть, в дар тебе послал меня Господь. Но чтоб не согрешить, тебе нельзя спешить, должна ты Бога восхвалить сперва». И впрямь ты права. Лиса молитву начала читать: «Спасибо, Господи, за благодать». В этот самый миг куропатка с носа прыг и взвилась в кустах, крылья распластав, и уж со скалы, что высока, знай себе, поет шакха, какха. Услышав песню ту и глянув в высоту, заплакала лиса, со злостью говоря: «Да молилась зря, я голодным ртом, не везет знать мне. Да будет ясно каждому вполне, сперва ты съешь, а Бога славь потом». Спасибо большое. Петр Варданян, ваши аплодисменты, друзья.